в центре города Поволжской и Октябрьской. Вот. Ну, знаете, мало кто верил, но все работы, посмотрите, за два месяца фактически, сентябрь, октябрь, ну, где-то, наверное, закончим там, также где-то 3 ноября, потому что еще несколько дней вот есть для того, чтобы завершить. Это один вопрос. Там. Также вот в Вольске посмотрели.